Не знаю, на что это больше похоже. На чудо природы, на промысел Божий. Есть люди, в которых с младенческих лет горит словно лампочка внутренний свет. Таких, как они, очень мало на свете, но все же среди других их нельзя не заметить. Особых примет говорить и не надо. Их видно по светлым улыбкам и взглядам. Вглядитесь в их лица, в глаза им взгляните. Их будто соткали из солнечных нитей. Забыть невозможно, увидев хоть раз сияние ясных, распахнутых глаз. Обычные люди обычного роста, и вроде бы все в них обычно и просто. Но как маяки, в этом главная суть, укажут единственно правильный путь. И греют их речи, и светят их души для всех потерявшихся, сирых, заблудших. Всегда поддержав на пути перемен, они ничего не попросят взамен. Поверьте, ни разные беды, ни склоки, ни грязные сплетни людей недалеких, ни злость, ни коварство, ни жизнь на мели их внутренний свет погасить не смогли. Но жаль, что такого вот чуда природы все меньше и меньше среди нас год от года. Поэтому светлых людей берегите, не пользуйтесь ими, а сами светите.